я думал, зачем меня везут. Александр Алексеевич Галактионов – человек очень скромный, поэтому он и представить не мог, что цель его визита в город Одинцово – принять поздравления и подарки от преемников. В администрации городского поселения к приезду почетного гражданина готовились с особым трепетом. Памятная доска, торт – все с одинцовской символикой. Александр Алексеевич был председателем Одинцовского горосполкома 12 лет с 1968 по 1980. Благодаря его усилиям молодой город вошел в число 270 крупнейших городов СССР, а на карте Одинцова появились Дом офицеров, Дворец спорта, кинотеатр, Центральная районная больница, пожарная часть, здание УВД, эстакады на въезде и выезде. И это не считая школ, детских садов и жилых домов. Современное Одинцово Александру Алексеевичу нравится. То, что когда-то было начато, им достойно продолжается. Сейчас я вам хочу сказать, это блестящий, замечательный город сейчас, тем более меня так шикарно провез водитель по переулкам и так далее. Ну, по основным дорогам я ездил, бывал, а тут и внутри даже посмотрел, все тоже очень-очень хорошо все сделано для того, чтобы здесь могли жить красиво и хорошо люди. Преемники, несмотря на большой опыт работы, готовы учиться у почетного жителя Галактионова, благодаря которому Одинцово стало таким, каким его знают и любят не только горожане.